пипец, я в панике. Я, блин, у меня нет слов. Давай приезжай, я успокоюсь. После... Все, давай. Я постараюсь. Стриптизера не будет. Аня, ты забыла, где я живу? Привет. 372. Я берегу силы. Да, привыкайте, два дня просто, у вас все время будет снимать камера. Ну, хоть поживу как звезда. Так, что у вас еще есть? Дальше. Мы тебя видим, Огус Урона. Спасибо большое. Я не знаю, что это. Ямка. Опять ты? Где крошка? Ну, не жалко. Ты пить-то будешь сегодня или нет? Что делать? То есть пить-то будешь сегодня? Пить? Да. Конечно, да. Нет, что за глупые вопросы? Конечно же, да. А нам еще осталось шампанское? У меня стаканчик есть, хочешь, такой фреш, знаете, хотя сейчас не было, ты резко фреш. Что делать? Да, давайте думать. Да. Я буду сессии, да? От Марьяны, наверное. Андрюха, порно снимаешь? Да. А что такое? Я не знаю. Я знаю, что ты ее знаешь. А я очень хорошо знаю. Да? А ты в хорошем, плохом смысле? Так. Там было пару. О, давай. Интересный момент. Что ты, а? Все. Просто Андрей в конце вечера уже. Мы такие, знаешь, камера. Короче, вот такая вот. Мясо мы берем с собой, там магазин запьем, и еще что-то, чтобы не тащить себе говно на себе. Че, могу музычку выбить? Хотим. 50. Ебало. Доставьте свои 5 рублей. Ну что, начинаем готовиться. Подожди ты. Сначала с усов начнем. Кот Базилио, блядь.
на свадьбе меня поздравить. Ага. О. Блядь, у меня сразу в голове Максик с шарами, с баллоном в этом халате. Ой, блядь, корки, сука. Подожди, хлеборезка не двигай. Подожди, повернись ко мне. Тут все не так просто, Витюш. Так, мы ее слушаем с того момента, как мы тогда в коттедж ездили. Блин, забыли! Кого? Штучки вот эти для мальчишника и девичника. Пиздец. Я думала, они дома. Мое сердце из чистого золота. Мальчишник, девичник, эге-ге-ге. Жопу мы встряли, эге-ге-ге. Просто пизда. Хуже только ад. Дочь, я тебе раз пиво. С этого пляжа. Это будет такой большой влог. Неужели мы доехали? Господи боже! Просто пиздец. Посол, а не посол, а не посол.
Готово? Вот это здесь лучше не оставлять. Я скромная. Да ты не скромная. Да, вещи Все, понял. Поэтому сначала капюшон, а здесь что-то масло. Да не перчаток. А туалетку с собой брать? Пацаны, туалетка, кому нужна была? Маски еще, ребята, рано, сейчас с шарами будем заправляться, потом разговаривать, только потом маски. Пойдем, маски пока сними. Сука, флиртуют. Ты моя невеста. Если честно, ему с тобою так повезло. Йо-йо. Это любовь. Я уже рука устала. Поехали домой. Мама! Пиво, пиво, пиво! Пиво, пиво, под маской хлещет. Здание самое господствующее по высоте. Наша задача. Наша задача какая? Смотри, наша задача. Забраться сюда. Иди сюда. На день для ебаного. Два, три. Окей. Прикрывайте друг другу спины, смотрите друг на друга, ориентируйтесь по движению друг друга. Заглушки снять! Хотели снять! Один! Два! Вперед! Пошли! Быстрее занимайте высоту! Быстрее! В дом беги, блядь! Куда идти? Марьяшка, смотри. Ага. У нас план перехват. Я сейчас бегу туда, ты за мной бежишь, ты там остаешься, ага. Я бегу дальше. Все, на счет три. Нас не снимаем, может быть, и зуб. Она ее должна снимать. Быстрее в дом! Здесь как мне пройти-то? К вам бежит по центру девушка. На! Двоих пострелила.
Маес, пошел! Меняй позицию. Защитки, это очень неприятно. Тихо, дай ей сказать. Блять, а их не всегда видно, понимаешь? Это Москва, братан, не обращайся. А меня попало? Не, Не критично, но мужики, вы мои невесты. Конечно, твои, блядь. Ну вообще. А Марьяна, ван лав. После свадьбы скажете, такие, о, ебать, мы жена, нахуй, с мужем, блядь. И пизда вам семья. Смотрите вы, нахуй. Не понял. Ну, в смысле, типа, блядь, тусовки, если закончатся после свадьбы. Да. Я спорим, блядь. Ага. Не закончится тусовка. Никогда. Да у них вообще, блядь. Одна классная тусовка. По жизни креды – это тусоваться. Мы такие. Мы безответственные. Дали и начуная, дали. Мы ебанутые в край. Просто в край. И это наша кредо по жизни. Мы такие. Мы такие. И никто нам не вправе указывать, какими мы должны быть. У нас все охуенно. У нас передача на диване, но с утюгом. Вы платили, это все был телефон. Дайте розовый телефон, пожалуйста. От пинбола. А вот Леха, вот. Леха пришел, на. Да. Да. Подождите, сейчас девчонки придете. Я вырезаю, пожалуйста. Вообще его через низ надевается, но я его попробую через верх. Но я не начинаю. Наоборот. Саша, не заходи, я платье пялю. На дорожке ковровой при полном параде соберутся все голливудские штуки. Марьяна, Марьяна, другую руку, другую руку. Поправь платье, делай вид, что поправляешь. Остальные там вроде бы висят.
Матч Россия-Хорватия. Пошел, взял пивка на Невском, стою себе, курю, пиво попиваю, даже не Невский, Большая Конюшина. Вот. И ко мне сзади подходит... Возле розового кролика. Да. Подходит вот эта вот сзади очаровательная девочка, хлопает меня так по плечу, такая, ну что показывают? Так мы и познакомились. Долго дружили. У нас вообще самая интересная история. То, что мы пережили за этот год, это... потрясающе. То, какие люди вокруг нас сейчас, это потрясающе. Чего только Олеся стоит. Он же встречался с моей лучшей подругой. И когда моя лучшая подруга переехала к Саше, она сказала мне, это, говорит, твой пассажир, но не мой. Я такая, да. Мы очень похожи. Мы же были лучшими друзьями, пока они встречались. И не только, когда они встречались, да? Потому что я считаю, эта история очень интересная, очень много говорит о том, что нет ничего плохого в том, что если он встречался с моей подругой, жил с ней вместе, это нет какого-то там табу. Сейчас эта подруга наша свидетельница, она больше, чем мы, счастлива за нас, наверное. Да. Без шампанского настроение не то, да? Максик, открывай. Взрывай бутылку. Нет. Оп. Видали, как все? Офигеть, вау. Даже без пакетов. Спасибо. Вообще даже прям шикарно. Я не знал, что она вылезет. Я видел, она чуть-чуть вылезает. Я видел, что все. Вернулся. О, тезка, заебись. Вот я их, кстати, запомнил все. А где? А ну, да. Именно вылетает у меня. И вот тебя тоже. Ты открыл? Да. Слаще. Есть? Или ты не знаешь? Да, мы поехали на смотровую площадку, посмотрели на эти прекрасные виды. Ладно, скажу, как есть. Мы занимались сексом в машине, с видом на этот прекрасный, на прекрасные вулканы, на море, на океан. Потом Саша вышел на улицу, зима, минус 20. Я вижу, он стоит голый, и это красивый вид, и я решила его сфотографировать, потому что это было просто прекрасно. Люди проезжают, у нас окна запотели, Саша стоит голый, смотрит на вулканы. А я фотографирую и думаю, блин, как же прекрасно. Какая же красота. Да, день вообще сегодня очень волнительный. Безумно волнительный. Потому что все, как всегда у нас, происходит через жопу. По-другому мы не умеем, мне кажется. Там еще дальше корабли будут стоять. Скорее всего, именно не будет. Мне даже интересно будет узнать, чего там, как. Так, телефон. Давай. Можешь к тебе положить телефон? Все, останавливай, все. Отключайся. Так, я отсюда. Ну все, куда? Давай. Да ладно. Зенит-то победил, да? А? Зенит-то победил. Зенит чемпион. Санек. Разменяйте пищу. Есть пищу разменять. Глянь, тебя
сейчас все на фотки. Так, все. Ребят, я сейчас это попросил. Да. Обратно. Спасибо. Победу «Зенита» они выиграли в кубке. Да нельзя с этим скалером отдать. Вы, пацаны, возьмите мне, это тяжело будет. Ну, они сейчас так накидают. Это просто... Я говорю, вот выходить замуж. Каждая женщина мечтает выйти замуж. Я, честно, не хотела. У меня всегда было какое-то такое, ну, может, последнее выйду замуж. Но... Это же... Я встретила Сашу. Сашу, в которую я влюбилась просто бесконечно, и с ним я хочу, не просто, я не хочу за него замуж, я хочу с ним всю жизнь, раз и навсегда. Что он взял? И рука у моей сиськи. Да, вообще на сердце. Я очень переживаю за вас. Марина, Саша, я очень переживаю за вас. У нас есть еще время? Да, 5 минут. Это все? Да что такое-то? В самый трудный момент я буду с вами. Была и буду. Да, Натали, все. Это типа я молодец. Да нет, ты что, моя жена сегодня молодец. Я вообще не умею на камеру смотреть. Марина, Саша, если вы будете смотреть это видео, я вас люблю. От всей души. Мы, короче, уже, типа, потеряли, получается, Саню. Сейчас, подожди, я не могу говорить сейчас. Если ты посмотришь это видео, ты, наверняка, ты вспомнишь, как было классно холостым. Ну, хуй тебе. Александра Евгеньевича и Марьяны Игоревны. Уважаемые невесты и жены,
и уважение друг к другу стали главной причиной сегодняшнего торжества. Два любящих человека, прежде всего, лучшие друзья, чьи отношения построены на честности, уважении и взаимной поддержке. Основой брачного союза являются семейные ценности, которые поддерживают благополучие крепкого и сильного государства. Перед государственной регистрацией заключения брака вы обязаны ответить, является ли ваше желание создать семью взаимно и добровольно. Прошу ответить жениха. Да. Прошу ответить невесту. Да. По вашему взаимному согласию и доброй воле брак регистрируется. Прошу подписями скрепить семейный союз. Великому городу.
сегодняшнего дня вы равноценны. Желаем вам никогда не закрывать друг от друга свои сердца, жить долго и счастливо, всегда поддерживать огонь любви и семейного чрева. Стены этого дворца навсегда сохраняв в себе те счастливые и радостные эмоции, которые вы испытываете в этот праздничный день. В соответствии с федеральным законом об актах гражданского состояния молодым супругам выдается первый семейный документ. Приглашаем вас подойти за свидетельством о заключении брака. Лазим через заборы в реку. Макс, 3, 2, 1, погнали. Ну, шутка была ни о чем. А он вообще угорал, сидел, когда они там говорили. Знаешь, позиция сейчас. Ты это видео обязательно запишешь. Вы говорите там, да в оригинале попробуйте выговорить. Да, там понял. Ага.
Есть бухло? А есть Леха, бухло? Леха, Леха, Леха. А есть бухло? Леша. Для фото, для фото. Я не буду пить. Да там нет. Леша, ты что такой долг? Какой выход? Ты зачем ты? Ой, полупустой. Я не буду. Давай нормально. Давай нормально. Смотрим. Ой, милая личка. Леха, давай нормально. Так что, девчонки, вы можете туда сходить в кафешку? Да, Макс, много. Да, Макс. Да, мы посидим в кафешке. Да, я вам скажу, адрес недалеко отсюда. Вот если мы туда сейчас попадем, то давай. Там вот в Крик зайдите, там пиздец. Не, Крик это типа... Крик там у подвального помещения? Нет, там сейчас нету подвального, там все на улице. Давайте. Мамуль, прости, просто тут такая суета, тут мы все решаем, мне позвонили. Я так тебя люблю, мамуль. Я знаю, что у тебя 6 утра нет. Любимые, горько, горько. Горько, горько, горько. 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 Да, мы хорошую идею выбрали погулять по Питеру просто. По лужам. Ну, мне, кстати, супер удобно. Так платье несешь, так просто идешь и сам. Поздравляем вас. Спасибо. Поздравляем вас. Спасибо. Спасибо. Ну, счастливо у вас было, все хорошо в жизни. Спустили, какая прелесть. Все, погнали. Мы приедем раньше, чем ребята. Саша, я ведущий, и сегодня будет классно.
моя, да я плакал, да без. И ребята, вечеринка, разгарим, мы танцуем до утра. Эти девочки не знают то, что я всегда одна. Вечеринка. Кто к нам только присоединяется? Друзья, всем привет, всем здрасте. Только вас не хватало. Встретим нашу очаровательную молодую семью. Давайте, друзья, встаем в разные стороны и встретить эту замечательную пару! Муж Александр и жена Марианна. Аплодисменты! Громче, 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 громче! В общем, по старой русской традиции есть такая тема, что тот человек, который откусит больше кусок от каравая, будет главой в семье. У нас сегодня здесь бигмак, но я думаю, что он будет еще вкуснее, чем каравай, поэтому давайте, кто начнет у вас? Отлично, давай его перевернем другой стороной, чтобы сравнить. А Саша не откусил даже котлету, а Марианна сделала огромный кусок, поэтому, Марианна, по этой традиции ты будешь главой в семье. Аплодисменты! Так, потому что, возможно, будет авария. Бестолковый потом свидетель. Потом туалет нужно ничего туда не бросать. Ну и если кто-то упадет. Сегодня 25 июля 2020 года. Свадьба у Марианны Александра Горько! Ну что, дайте руки, дайте шума, давайте. Фотографии со свадьбы самые красивые, самые классненькие, поэтому нужно сделать их больше, сделать круче. А теперь...
Поэтому огромное вам спасибо за то, что вы сегодня здесь, в наш вот такой этот день. Спасибо, что помогаете. Спасибо, в общем, вам за все. И, ребят, вы классные! Ура!
последнее. Ребяточки, еще раз. Я ведурка, деревушка, ты рассада, я петрушка. Ты вьетнамец, я ловушка, я морщины, ты старушка. Я слаба, а ты болтушка. Твоя тетка просто чушка, моя бэйби турбопушка. Я от Морозова.
Да, любовь. Которую ты подстрелишь, ты забираешь как трофей. Охуенно же, нет?